В Ханты-Мансийске сегодня учатся делать традиционные детские лёльки, традиционные для финно-угорских народов. На лужайке музея под открытым небом Турумма началась практическая часть семинара по изготовлению колыбелей. Со стороны преподавателей – мастерицы народов Ханты и Манси из разных мест Югры и Ямала. Они показывают, как правильно сделать люльку из бересты и дерева, рассказывают, чем отличается ночная колыбель от дневной, и учат наносить правильные орнаменты, чтобы и украсить изделие, и защитить ребенка от козней злых духов. Со стороны учеников – работники югорских музеев, а также все те, кому просто по душе такая ручная работа. Душа моя любит заниматься берестой, не то что даже я, а именно душа моя, потому что когда я это вижу, у меня наворачиваются слезы на глазах, я это делаю с душой, занимаюсь этим в свободное время после работы. Прошло 10 лет, я в руках не держала ножек, не скребла, и сейчас взяла в руки бересту и начала опять заниматься последний год. И так сказать, что как будто бы моя душа обратно к корням присоединяется.